Последняя смена в Наукограде – творческая. Воспитанники лагеря могут примерить на себя амплуа актера, побыть телеоператором и даже радиоведущим. На третью смену из Одинцовского района отправилось 25 детей. Кто-то уже бывал в Наукограде, а для кого-то это первая поездка в летний лагерь. Я хочу, чтобы мне очень понравилось, и было очень весело, и побольше друзей. Я ожидаю того, что и в прошлом году было. Очень много радости, море веселья и много хороших и активных занятий. Я хочу очень много развлечений разных и, конечно же, много друзей. И хочу вообще незабываемую смену, чтобы все было очень хорошо. То, что там будет все хорошо, и я буду очень веселиться. В Одинцовском районе выделены путевки для тех ребят, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Эти дети последние полтора года слышали только взрывы снарядов, а сейчас у них появилась возможность вернуться к мирной жизни. Мы жители юго-востока Украины, приехали с войны, и вот нам выделили бесплатную путевку. Я очень рада, спасибо большое. И отдел образования, и нашей школе. И лично Иванову Андрею Робертовичу большое спасибо. Он сам по своей инициативе, я даже не писала заявление и не думала, что нам так повезет. Спасибо большое. Лето подходит к концу. 500 детей из Одинцовского района уже успели отдохнуть в детских лагерях Подмосковья, в Крыму и Анапе.